Вот, прямо напротив отеля «Хартман» и напротив отеля, в котором разместились мы, старый доктор, находится замечательный магазин. Вот я не делаю рекламу, но так получается. «Русский янтарь». Мы просто купили там. Я, честно говоря, не собирался ничего покупать янтарного. Да, прямо на входе написано, разрешается фотографировать. Вот так вот. Магнитики по 150 рублей с янтарем. Картинки, я вот посмотрите, да, по 100 рублей с янтарем. Картинки в рамках деревянных. Заходим внутрь. Ну, я уже слышал, что здесь цены самые низкие. Самые низкие, по крайней мере, в Светлогорске, так говорят. Необработанный янтарь, браслетики по 100 рублей. Вот. Картинки вот янтарные. Вон те тоже не по 100 рублей. Из крошек янтаря. Выше не знаю. Картины тоже упаковываем. Ну, мы их обмотаем по курочке вот так вот. Да. Значит, смотрите, на одну сколько уже. Ох, какой букет. 4500. Янтарь или здесь еще стеклянные лепестки? Лепестки из стекла, как мне кажется. На любой вкус. Вот прямо напротив нашего отеля такая красота. Дерево 80 тысяч рублей. Ну, тут подставочка еще классная. Светильники. Я не вижу. Потом... О, телевизор. Я видео снимаю, Леночка. Так, а рыбок там янтарь есть? У тебя есть янтарь? А у тебя? Лена, здесь еще, а, это, нет, это подсобка, а там игуана, настоящая, вон она, игуана, живая, рыбки, ухожено так все. Натуральные веточки, все ручная работа. Все, давайте тоже. А такие, да, юльки? Конечно. Ой, же юльки, я просто другого. Такие, да? Или вот такие юльки? Я не юльку, то я не помню. Черненькая. Черненькая. Вот эти все красивые первые. Ну, давайте первые, да. С колечком хотите. Янтарь, янтарь, янтарь. Ты себе что-нибудь делаешь? Когда я жила. Мне тоже янтарь. Ну, так как нам уже делать нечего, мы уже все, что хотели, увидели. Теперь только купаемся и купаемся. Вот здесь зайдем, тоже рядом с ним планета янтаря.
магазинчик. Спасибо. Ой, какой конь. О, какая черепашка. Лен, пойди посмотри, а. Что? Вот эти янтари, это цена 2500, да? Да. А, потому что они красивые, да, непрозрачные какие-то. Ага. Бабочка. 2500. Корзина с цветочками. О, какое панно. Красотища. Ну да, освещение. Для янтаря нужно освещение. Что, солнышко, и тебе надо кольцо? Где же моя рыбка? Девочка же. Сразу же видно, девочка должна. Наши бы сейчас тоже отсюда не браслетик тебе надо еще. Вот выходим из этого прекрасного магазина. Вот опять Хартман. Дальше наш. И вот улица Октябрьская. И по ней можно попасть к морю, к ресторанам, к шумным заведениям вечерним. Вот Хартман молодцы. Живая музыка. Покури, получается. Сегодня здесь нет шумных компаний, это хорошо. Или еще не вечер. Время только без 28. Вот прямо рядом с этой вот площадью центральной торговой. Площадью вот совсем рядом. Бювет. Бювет. Рядом с улицей Ленина. Раньше можно было напиться водички минеральной. Сначала наливали сами, потом ее наливали, отпускали специально обученные люди. Теперь говорят только по предъявлению документа, что ты в военном санатории отдыхаешь, лечишься. Вот хочу убедиться в этом, когда часы работы там написаны. Сейчас посмотрим. Вот с улицы Ленина, прямо напротив Спара. Минеральная вода выдается в бювете с 10 до 11. Только по назначению врача в санаторной книжке Светлогорского военного санатория. Ага. Вот так вот. Да вот лифт в Спарт, ну там лестница есть, в Спар опускаться. А вот этот бювет. Вот он такой бюветик, красивенький, но мимо. А попробовать просто хотелось. Мы особо не увлекаемся лечением. Никогда. Но пробовать пробуем. И что толку? Что пишешь, что это бромистохлористый натриевый рассол применяют для бальнеологической процедуры. Бювет с минеральной водой был открыт в 2010 году. В 2010 и относится к Светлогорскому
Казанскому военному санаторию. Вот так вот. И пройдя через центральную вот эту торговую площадь, от Спара, от моря, вы поворачиваете налево, и вот перед вами парк и проход к органному залу. Вот так вот. Можно пройти с улицы Гагарина, можно пройти отсюда. Концерт 7 часов в 19:00. Памятный знак Томаса Манна. В 29-м году в августе он здесь был. Нет башен, да, которые, к сожалению, были утрачены в 91-м году во время пожара. Ну вот, когда здание признали объектом культурного наследия регионального назначения... Вот он, курзал Раушина. В 901-м году был построен центр курортной жизни. Вот эти просторные веранды для игры в карты. На бильярде всевозможные развлечения использовались. Это был лучшим, один из лучших в Германии зал, клуб-зал. Комплекс. Тут целый комплекс был. Вот где Томас Манн останавливался. Теперь здесь уже закрыт был ресторан и пиццерия тоже закрыта. Ну так, парк неплохой, здесь спуск к морю. Да здесь такие башенки стояли. Немножко похоже, но... Уже, конечно, не так, как все было. Вон оно море. Сверкает золотом. Я иду. Да, красота здесь.